едем в Турцию. Вот на той стороне Грузия. Вот эти зеленые окошечки, это в серединке нейтральная зона. Я уже в Турции. А муж на машине переезжает. Таможня. Вдвоем нельзя. Смотрите, какой, ничего себе, там видно, как вот эта волна кривая идет. Такая, которая, из которой не выплыть. Да, посмотрите, как интересно. Шторм. Не холодно на улице, но, конечно, купаться уже нельзя. Градусов 18, наверное, 20, может, даже. Ой, волнорезы, ничего себе стукается. В общем, мы едем в Турцию. Путешествие начинается. Сейчас уже водопадики, видимо, станут как тот, да? Такая, я и смотрю по реке, мы реку когда проезжали перед Гонио, такая бурная, обалдеть. Опасный участок, написано, камни падают. Смотри, какой бурный водопад, Толя, ужас какой. Как же они такие бурные стали, обалдеть. Мы его даже не видели в прошлый раз, хотя мы здесь проезжали. Ничего себе. Но он, видимо, был таким ручейком. Переходил на машине границу. Очень долго. Совсем по-другому море шумит. По-осеннему. Чем они отличаются? Вот это, может быть, тут топленое даже есть масло или нет? Вот тут можно пробовать, смотри. Палочки-то есть. Ну, попробуй. Смотрите, какой сыр красивый. Кесари, пенир, пенир. Вот интересно, а куда они его применяют, такой рассыпчатый сыр? Запекают, что ли, что-то? Такими волосками. Вот этот вообще прелесть, представляете? В какой-то овечьей шкурке сыр, видимо, старый, выдержанный. Обалдеть. Это пять шур. Лира. Айнеса. Килограмм. Да, это хурма. Мы в городе Ризе. В общем, как-то нам пока не очень понятно и похоже как-то бестолково. Большой торговый центр есть, он похож на все привычные стандартные центры, да, в этом, в Петербурге там, или в Москве, или где-то.
Ну, это не то, что мы искали. И как-то больше нравятся маленькие магазинчики, получается. У них как-то и качество, и аутентичность, и цена будет. Ты какой большой. Вот такие, маленькие. Аккуратненькие. Ну, чисто как у нас в Батуми, цветы на улице продают. Наверное, это дешевле здесь. Смотрите, какие интересные дома. Правда, симпатичные? Ой, там охрана стоит. Что-то как-то я снимаю, на меня вот смотрят. Но постараюсь. Вот рыбу продают. Свежую. Свежая рыба – это хорошо. Смотришь, что я снимаю. Что ты здесь такой? Еще громче приветствуют друг друга. Город мы не знаем, поэтому как-то получается бестолково. Вот такие магазины. Ну вот я вижу, видишь, текстиль. Можно зайти посмотреть. Ну, как-то все это